В администрации Люберец прошло заседание Совета депутатов. Встреча состоялась в режиме видеоконференции. Народные избранники согласовали передачу имущества из федеральной собственности в муниципальную, а также внесли изменения в бюджет городского округа Люберцы. Эпидемия коронавируса скорректировала доходную часть казны. Доходы бюджета предлагается уменьшить на сумму 1 миллиард 224 миллиона рублей, в том числе выпадающие налоговые и неналоговые доходы, эта сумма составляет 933,9 миллиона рублей. Расходы мы уменьшаем в половину от доходов, всего лишь на 595 миллионов рублей. Кроме того, участники заседания ознакомились с порядком проведения общероссийского голосования по принятию поправок к Конституции Российской Федерации. С 25 июня по 1 июля в Люберцах будет работать 167 участковых избирательных комиссий. На территории округа организуют 68 мест для голосования.